Две ошибки на пути у любого эксперта. На пути, чтобы стать мастером, стать экспертом. Это не начать и не пройти путь до конца. Очень много людей, они мечтают. Они мечтают сделать канал, они мечтают сделать сайт, сделать бизнес, но не начинают. И те, кто начинают, очень много людей, кто не доходит. Посмотрите, сколько дохлых каналов. Просто введите, посмотрите, и мы же видим, наблюдаем их постоянно. И знаете, еще одна момент, когда вы уже начали, давайте представим, что вы начали, вы прошли первую ошибку, то есть вы начали, но потом вы сдуваетесь, и очень много людей сдувается в силу того, что они не делегируют. Делегирование – это передача, но делегирование – это не то, что вы отдали кому-то, вот тебе моя идея, вот тебе мой канал делай. Нет, это делегирование – это передача полномочий, либо функций, либо задач другому человеку под вашим контролем и руководством. Делегирование – это то, когда вы какую-то задачу, которую, ну, допустим, делегирование, вы можете, у вас не получается, у вас классный контент, такое тоже бывает, у вас классный контент, классный канал, классная идея, вы харизматичный автор этого канала, но у вас страдает оформление, но вы не дизайнер. И вот делегировать человеку обложки на ваш канал – это правильно, но надо делегировать сначала задачу маркетологу, чтобы он вместе с вами проговорил, что должно быть на обложках, какие текста, какие призывы, какие call to action должны быть. И это должно быть вот делегировано. Дальше – монтаж. Очень часто люди делают классные ролики, но они экономят на монтаже и выгорают. Они не доходят до конца, потому что они решают, что делегирование это там или поиск монтажера это долго непонятно, и таких ошибок очень много. Так вот, чтобы не выгореть, друзья мои, чтобы у вас все получилось, я предлагаю вам начинать учиться делегировать. Начинать учиться не только делегировать, а начинать понимать, что без ТЗ результат ХЗ, что такое бриф, как его заполнять, как правильно команду искать, как правильно ее проверять, контролировать, озадачивать, сколько чего стоит. Эти все ролики есть на канале нашей школы видеоблогеров, вы можете посмотреть. Вы можете прийти к нам на консультацию и спросить, мы вам поможем, расскажем, подскажем. Но опять же, без делегирования поймите, что вот есть фабула. Команды сильнее одиночек, и с этим трудно спорить. Любая команда победит одиночку, потому что одиночка, он может болеть, выгореть, а команда – это та сила, где люди поддерживают друг друга. Я желаю вам на пути к вашему каналу, к вашей задаче, к вашей цели, к вашему сайту, к вашему проекту – это дойти путь до конца. Да, будет тяжело, но вы помните, что есть огромное количество людей, которые вместе с вами идут, и они дойдут. Да, будет непросто, конечно, непросто, если бы было просто, этим бы занимались бы все. Да, надо фокусироваться на какой-то цели, обязательно, на одной, фокус на одной. А почему? Потому что, когда вы хотите все и сразу, бывает ничего и постепенно. И это классика жанра, друзья мои. Если у вас есть вопросы, задавайте их. На этом у меня по этому материалу все. Пора-барабам.